Когда мы говорим о зависимости, это о чем? Первое, что приходит в голову, алкогольная зависимость, там, наркотическая зависимость, табакокурение, ладно, кофеин. Что еще? Больше зависимость как-то не приходит. А давайте подумаем, а когда мы взаимодействуем, например, с мужем, когда мы заботимся о детях, когда мы общаемся с родителями, когда у нас выстраиваются отношения там, с друзьями, с коллегами на работе, да, от начальника на работе вы не зависите? Это тоже разные виды зависимости. Ну как же, какая же это зависимость? Я могу прийти, я могу уйти. А нифига. Есть такое понятие причинно-следственные связи. Это в экстрасенсорике, в эзотерике и так далее. Это же понятие есть и в науке. Но никто никогда не считал это зависимостью. А почему? А в чем разница? Господа, у нас в понедельник будет бомбический практикум, который просто вырывает мозг, расставляет все на свои места. В понедельник с платформы Sabrition стартует практикум корни зависимости. Именно корни. Потому что каждый из нас зависим. Он находится в этой паутине. Какой паутине? Можно сказать лжи. Можно сказать счастье. Можно сказать жизни. Ай-яй-яй, сколько слов. Давайте разбираться глубоко и подробно. Итак, в понедельник с 20 до 22 часов практикум 10 января с платформы Sabrition. Корни зависимости. Ждем вас. Я знаю, что для вас это будет открытием, что такого подхода вы никогда не ожидали. Но он очевиден, он на ладони.